Интернет-прогнозы еще на прошлой неделе обещали к середине апреля по-настоящему весеннее тепло. Резко до плюс 17 градусов. Но особой веры не было, так как долгосрочные прогнозы редко сбываются. Но именно эту, кажется, нереальную температуру нам прогнозируют и на Димитровградской метеостанции. 16 апреля над нами установится довольно теплая, хорошая погода. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточного направления 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7, а днем может до плюс 12-17 градусов. Впрочем, реальное потепление с плюсовыми ночными параметрами уже началось. Так, в ночь с понедельника на вторник обещают до 6 градусов тепла, днем 7-12. А в среду нас ожидает самый первый жаркий солнечный весенний день. Кстати, уже с понедельника среднесуточная температура составляет плюс 8 градусов. Так что коммунальщики наверняка начинают свой отчет. И, возможно, к выходным уже отключат отопление. Арина Макарова, Виталий Немов. Новости Димитровграда.